у нас там далеко лежит. В общем, сейчас мы подойдем, посмотрим его. Ладно, я не знаю, сколько ему что надо. Ну, в смысле, ты не успеешь их написать? Так, а ну хотя бы основные. Ну, сейчас я подойду, ты мне покажешь хотя бы, где у тебя эти основные. Ладно. Я пока охраняю. Алло? Да. Ой, не считала. Вообще, по госконтрактам ты имеешь в виду? О, понятия не имею, Оля. Но я не знаю, у нас вот по субсидии, там, ну, грубо говоря, сейчас тебе скажу, где-то 300 тысяч метров мы должны грузить, но мы часть из них уже грузили. Где-то, ну, часть это где-то 4-5 отгрузили. Да. Да. Так у нас договоров еще нет по субсидии. Ну, значит, не надо. Нет, не знаю. Оль, ну вот не знаю. Подожди, меня человек ждет на склад. Да? Лена, дай трубочку Ларисе. Пошла? Я пойду на склад. Надо закрыть. Сейчас, вот, Лариса придет, да? Ты скажи ей, чтобы она мне перезвонила. Сразу, ладно? Хорошо. Ольга вас просила ей перезвонить, то есть не позвонить на склад. А у вас с аппаратами, с этими проблем нету? У всех все хорошие, все работает?
ну, телефонные. Да. А то у меня дома один лежит раритетный. Финский, что ли? Или кто их мог еще делать? Она на столе, наверное, ничего не будет. Ну, не совсем столе, но давно. Когда меняли вот этот... Вот это вот эти медные провода на оптические, работал как раз в оптике. И работал до них на этой, на проводах в МГТС, вот, в ДСЛ. А потом, когда на оптику все это дело меняли, самый, конечно, красочный момент был, в какой-то городочек заходят, там то ли военный городочек, то ли что-то такое. Маленькая подстанция, небольшая, и ее собираются менять на оптическую. Дедушка, который 100 лет за этой подстанцией следил, говорит: ребята, что ж вы делаете, вандалы? У меня 100 лет ни одного сбоя. Говорит, ни одного сбоя, все работает, все шикарно. Что вы делаете? Какая оптика? Да, электричество выключилось, все, никакой связи, до свидания. Все говорят, да у всех телефоны сейчас электрические. Ну, у меня все телефоны электрические, а один был на проводе. В Москве прикол был, выключают этот, ну, выключилась пол Москвы, я как раз в северной части, в южной, где ее выключили. Просыпаюсь с утра, понимаешь, у меня будильник не разбудил в институт. Думаю, ай-яй-яй, смотрю, электричества нету. Думаю, странно. Выхожу к пробкам, как бы, ну, включить пробки на этаже. А там тоже света нету. Я лифт не ездит. Я думаю, так, это что-то странное. Люди на улице есть, не бегают, все в порядке. Думаю, что дом, что ли, бесточили. Выхожу на балкон, смотрю, у меня метро открыто, и посередине путей, посередине между станциями стоит поезд пустой. Я думаю, вот это да, вот это интересный разворот. Подхожу к телефону просто ради интереса, а там гудок есть? Гудка нету. Вместо гудка «Алло». У меня просто электричества нет, он зазвонить не может без электричества. А мне в этот момент звонили. Я поднимаю, он мне «Алло». Я «Алло». Говорю, долго звонишь? Он говорит, нет, только набрал. Ну, в общем, пошли, встретились. Не было бы телефона, бы не встретились бы. А на оптику на это переключили, все, электричество выключилось. У тебя ни интернета, ни телефона, ни телевидения. Ну, а сейчас интернета нет, вообще никакой связи нет, и вообще, да? Ага. Жить кошмарно. Причем и телевизор, и телефон, и интернет. Все через оптику они запустили, как бы. Вот, ну, в одном месте что-то сломалось, и как бы люди без связи. Здрасте. Ой, очень удобно. Хорошо, что несколько провайдеров. У кого-то связи не будет, у кого-то будет. Хотя они все под Ростелеком всех подгоняют. Я сильно удивился, то, что МГТС не государственная компания. Оказывается, что-то 270 лет назад привез сюда один из купцов, купец, привез телефонную станцию. И у него на Лубянке был, ну, к его дому начали сводить провода со всяких разных. У кого-то имение там под Москвой, у кого-то рядышком. В общем, там под Лубянкой эти провода до сих пор так и закопаны. Их оттуда просто, ну, вытаскивать дороже, чем они стоят. Ну и, в общем, царь с ним подписал договор, то, что он 500 лет может пользоваться этими проводами в Москве, а через 500 лет все эти провода перейдут в собственность государства. И вот 270 лет прошло примерно. Еще 230 лет. Ну, кстати, там такой нюанс. Медные провода же, наверное, написаны. Они все на оптику переделали. Может быть, тут... Хотя у нас сейчас с нашими властями особо ты и не забалуешь. Ух, какая ткань интересная. Я не видел. Первый раз понадобилось... Запись ткани какие? Говорит, какие там ткани есть? Покажи. Я говорю, сейчас я тебе видео скину. Я говорю, тебе долго перечислять буду на фотографиях. На видео зашел, посмотрел, какое там качество. Алло. А, да, хорошо, ладно. Ага. Нет, еще делаю.
Ладно, хорошо. Какая-то ткань интересная. Наименование «Фокус». Ага. То есть это она в цветном варианте. Я теперь понимаю, как она получилась такая же. Интересно получилось. А она в наличии есть? Ее, наверное, похоже, тоже нету. Уф.